Дом с круглыми окнами. Так ангарчане именуют здание на перекрестке улиц Ворошилова и Чайковского. По старинке его называют женской консультацией, хотя эта служба несколько лет назад переехала в перинатальный центр. Это строение по проекту ленинградских архитекторов появилось благодаря Светлане Сергеевне Щуко, основательнице и первой заведующей женской консультацией. Я вот когда бывал здесь в этой консультации у нее на работе, конечно, никогда не думал, что я буду здесь открывать мемориальную доску ее памяти. Я видел ее вот такие организаторские способности, как она умела сплотить коллектив, как она разговаривала с подчиненными. Медучреждение Светлана Семеновна возглавляла 20 лет. Она помогла тысячам женщин познать радость материнства. И сегодня на открытии мемориальной доски присутствуют ее коллеги, пациенты, друзья и близкие. Время идет, передвинулась служба в перинатальный центр, то есть это сегодня более уже такое учреждение. Но тем не менее мы считаем своим долгом все-таки эту память увековечить, потому что это тот человек, с кого начиналось и продолжалось развитие гинекологической службы на территории. Поэтому кто не помнит прошлого, не будет будущего. Мы будущее хотим светлое, очень развивающееся. Сейчас в этом здании находится терапевтическое отделение и дневной стационар БСМП. Профиль изменился, но добрая память о замечательном докторе останется здесь навсегда. Елена Токмина, Елена Мильвит, Дмитрий Новопашин. Местное время.